Кажется, на ее пути длиной в 97 лет было все. Иммиграция из Румынии и год, проведенный в концлагере за исполнение песен на русском языке, и высокие звания заслуженной и народной артистки России. Одно в судьбе Аллы Баяновой оставалось неизменным. Это романс, исполнению которого, как утверждают знатоки, учат не педагоги, а сама жизнь. Ты должен сначала научиться петь, ты должен пройти огромное количество музыки, исполнить классики, очень много старинной музыки. И только после того, когда у тебя уже образовался определенный вокальный багаж, ты уже можешь брать старинный русский романс. Только раз бывает в жизни встреча. «Сероглазый король», «Я ехала домой», «Бессаме муча». Эти знаменитые песни в исполнении Аллы Баяновой знает, пожалуй, большинство современных зрителей. А благодаря таким концертам память о великой певице и эпохальная музыкальная культура перейдут и к новым поколениям. Все, что касается старинного русского романса, интересно не только тем, кто создает эти программы, то есть не только нам, музыкантам, но, как показывают полные всегда залы, она очень интересна публике. В одном из интервью Алла Баянова сказала: «Романс всегда будет в моде. Он позволяет каждому встречаться с самим собой». И таких встреч в предстоящем году у архангельских зрителей будет немало, обещают артисты Поморской филармонии. Екатерина Грициенко, Руслан Симушин, «Панорама Севера».